В 1923 году в Нью-Йорке прошел первый танцевальный марафон. Победительницей стала Алма Каммингс, продержавшаяся на ногах 27 часов. Марта 1596 года родился французский философ, математик, механик, физик, создатель аналитической геометрии и современной алгебраической символики Рене Декарт. В этот день 1811 года родился немецкий химик-экспериментатор, открывший цезий и рубидий, изобретатель газовой горелки Роберт Вильгельм Бунзен. Марта 1956 года родилась заслуженный деятель Республики Казахстан, руководитель ювелирных выставок Казахстана Мария Молдагалиева. В 1872 году родился русский театральный и художественный деятель, антрепренер, один из основоположников группы «Мир искусства», организатор труппы «Русский балет Дягилева» Сергей Дягилев.